Сегодня я снимаю для вас видео о своих пустых баночках. Это видео будет для меня в новинку, так как это будет новой рубрикой на моем канале. Если вам интересно, какие продукты я использовала и какое у меня сложилось о них мнение, давайте смотреть. Давайте тогда начнем с мелочи и сразу их отправим с вами в мусорный пакет. Начнем с двух вот таких лаков. Один стальной выбрасываю, потому что уже 100 лет не испортился, я им не пользовалась, давно стоит, только место занимает. И второй вот такой красивый коралловый от Classics Mini. Очень была довольна этим лаком, но не могу найти такой же самый оттенок и вообще где можно взять эти лаки. Ну, сейчас я купила ему замену в Эйвоне, Каролина оттенок или Coral Reef. Очень была довольна этим лаком. Расстроилась, что закончился. Здесь номер 95, если кто-то сможет найти. И понравился такой оттенок, то возьмите, не пожалеете. Что касается нанесения, стойкости, держится долго. Вот с нанесением немножко проблемы в нем. Тяжело наносится, но быстро очень сохнет. И что скажу, ну ему можно твердую четверку поставить. А следующее, что я покажу, это будут два вот таких эйвонских карандашика. Один такой был блестящий, серенький стальной такой. И черный, обыкновенный, очень хорошие карандаши, хорошо держатся. Если наносить на базу, вообще будут присутствовать с вами весь день, никуда не полезу. Довольно, не раз еще закажу, это точно. У меня ими и мама пользуется, ей тоже они очень нравятся. Поэтому, да, вот их могу посоветовать. Купите, не пожалеете. Следующее, это будет вот такой бальзамчик от Biocon, детский. Добрая фея, брала его специально, потому что здесь есть касторовое масло, мазала ресницы, а потом, когда мои уже реснички после конъюнктивита восстановились, использовала для губ, вот весь полностью. Такой он беленький, очень жирный по своей консистенции, если честно наносить на губы, то минут через 20 он надоедает своим присутствием на губах, и хочется стереть, убрать его куда-нибудь. Пахнет таким, ну, в принципе, приятным, но все равно химозным ананасом. Больше не возьму, не впечатлил меня. Но для роста ресниц неплохой вариант. Следующие продукты, которые я покажу, это будет вот такая зубная паста. Новый жемчуг от Невской косметики с корой дуба. У меня очень кровоточат десна. И только после применения вот этой, на удивление, дешевой зубной пасты, они у меня не кровоточат. Я использовала ее в комплексе еще с ополаскивателем для полости рта от Aquafresh. Прозрачная водичка такая, не подкрашенная. Тоже вот в этом комплексе мне очень помогала вот эта паста. И у меня не кровоточили, слава богу, зубы. Так что у кого такая проблема, попробуйте. Может быть, и вам поможет, как и мне. Следующим продуктом это будет вот Oriflame Swedish Spa, такая вот сыворотка для лица, восстанавливающая сыворотка для лица, питает, увлажняет кожу. Что могу сказать, действительно дает увлажнение, хорошо впитывается, хорошая сыворотка. То, сколько она стоит, короче, того. Эти деньги можно за нее отдать. Также мне понравилось, что у нее есть дозатор. Выбрасываю ее только из-за того, что прошел срок годности, как-то не хочется пользоваться уже. И вот видите, она такая водянистая, полупрозрачная, беленькая, классно впитывается в кожу, увлажняет действительно классно кожу. Особенно летом, это вообще вещь шикарная. Травками, зеленью, такой легкий запах, тоже не будет тошнить. Он пахнет пару секунд, а потом вы на лице его вообще не ощущаете. Следующий продукт, это уже от Avon Care. Это ухаживающий крем для рук с парафином и маслом ши для нормальной сухой кожи. Взяла его вообще из-за того, что у него вот такой вот милый дизайн с таким олененком классным. Крем, что могу сказать, в принципе увлажняет руки, но за счет того, что в нем есть парафин, как покрывается пленкой руки, тоже белый обычный, о, что-то вылезло, еще обычной белой консистенции.
Это была, короче, такая лимитка. Следующее средство это будет Essence Lottery Flame. Вот такое средство, очищающее 3 в 1. Принцип его работы: нужно наносить небольшое количество на влажную кожу, спенивать и смывать. Я его так не использовала, а использовала таким образом. Наносила на ватный диск и стирала тональную основу и брови. С глаз я смываю мицелляркой, а вот тональную основу, румяна, там, брови смывала именно им. Очень хорошо смывает вот эту всю краску нашу с нас. Ничего не остается. Для укрепления эффекта просто умывалась сверхумывалкой. Хорошее средство. Уже не первую бутылочку заказываем с мамой. Мама тоже очень им довольна. Вот я в основном вообще очищаю кожу мицелляркой, мама больше вот этим средством. И это она только его преподносит, говорит, что очень тоже хорошее средство. Со своими заявленными функциями, не знаю, как там сказать, справляется. Следующее средство будет от 100 рецептов красоты. Это крем-гель для душа, смягчающий, с ароматом кофе и сливками. Вид по цвету выглядит как вареная сгущенка. Пахнет очень приторно, сильно большую свою функцию очищения не выполняет, разве что только смягчение. Не знаю, мне не понравился, сильно приторный запах, больше не возьму, честно. Может, кому-то нравится, но лично мне он вообще не понравился, никакущий гель, да еще и с красителем. И следующее средство это будет Palmolive Intima, это гель для интимной гигиены, а точнее мыло для интимной гигиены с экстрактом ромашки. И здесь естественный pH-баланс. Как указано, не содержит мыло, естественный pH-баланс, придает ощущение свежести и комфорта, подходит для ежедневного использования. Круто пахнет, это первое. Очищает супер, даже на очень долго, я вам скажу. И вот то, что вот здесь написано, придает ощущение свежести и комфорта, это чистой воды правда. Вот этой бутылочки хватает так, ну, надолго, потому что этого средства нужна совсем капочка. С таким вот дозатором. До этого я пользовалась и орифлеймовским, и эйвонским, ни то мне не нравится, а вот это вот это для меня идеальная вещь. Следующим средством это будет Невеевская. Мягкий очищающий гель для чистой матовой кожи. Удаляет загрязнения и макияж. Препятствует появлению несовершенств с экстрактом магнолии. Хорошо пахнет, мне понравилось. Приятные консистенции. Немножечко, конечно, подкрашены, слегка голубой, но ему можно это простить. Поначалу мне сильно не нравилось, потому что от него появлялся, знаете, такой быстрый жирный блеск. Но со временем как-то я к нему привыкла, приловчилась, и мне начало нравиться то, что вот реально мягкое очищение. Его нужно совсем чуть-чуть. Для очищения очень долго он мне послужил. Кстати, вот удаляет загрязнение макияж, написано правда макияж. Я когда-то забыла взять свое молочко и мицеллярку и смывала чисто только им. Такой ночной жестокий макияж смыла до блеска. Следующее средство это будет вот такая вот пена, клубничный щербет. Все знают, что эндская пена это просто шик и блеск, пенится хорошо, пахнет тоже. Штукой такой довольна, еще себе закажу. Следующее средство, давайте тоже уже такое для баньки будет. Это был вот такой гель для душа алоэ вера и арбузом. Пенится не сильно, так средненько. Пахнет вкусно. Думаю, у меня сейчас такой же жжебой манго. Мне нравится, в принципе. Кожа приятно после него пахнет. И он такой дает увлажнение. Итак, остались у нас с вами средства только для волос. Начнем, давайте, наверное, с самого такого хуженького. Это будет Тимотей. Обновленная баночка. Вроде бы они сделали так, что с одной стороны это все и удобно, и красиво, более презентабельно, но шампунь испортился. Раньше Тимотей был намного лучше, лично на мой взгляд.
Сейчас он реально испортился. Вымывает то хорошо, объем суперский, но он такую перхоть вызывает. И, кстати, это уже я тоже слышала у одной блогерши на YouTube, она тоже хвалилась, даже жаловалась, что от Тимотей начал вызывать ужасную перхоть. Вот и у меня вызвал просто адскую вот этот зуд, перхоть. Извините, конечно, за вот эти все подробности. Хоть он дает классный объем, вымывает суперские волосы, но то, какая после него появляется перхоть, это просто адский. Не берите, честно. Следующий это у нас такой кондиционер от Nature Secrets Oriflame. Так, это у нас розмарин и черная смородина. У меня была эта линейка и шампунь, и кондиционер. Как-то баночка от шампуня у меня не сохранилась, а вот от кондиционера сохранилась. Если использовать эти средства вместе, супер! Очень классный объем, вымывает хорошо. И чувствуете, знаете, такая свежесть в волосах и классно пахнет. Я довольна вот этим средством. Тоже, кстати, экономичный. У меня очень долго он держался, кондиционер, так вообще. Слегка такое, ну знаете, розово-фиолетовый такой подкрашенные жидкости. Ну, за свои деньги хорошее средство, может быть, когда-то тоже возьму еще. А следующее это будет две от Garnier. Еще у меня есть, я пользуюсь Garnier Fructis с шампунем, но тоже почему-то не сохранилась бутылочка для жирных волос. И как-то, кстати, у нас в последнее время начала эта линейка пропадать где-то с полочек. Я не могу найти нигде тот шампунь. Итак, ладно, начнем тогда. Первый шампунь от Ultra Dog, сила от 5 растений. Хороший шампунь. Не подкрашенный, прозрачный, просто гелеобразный, без парабенов, силикона, вот этого всего вредного. Правда, ну, с СЛС это понятно. Сейчас даже посмотрим. Да, с СЛС. Чего я удивляюсь? Чего я вообще проверяю? Понятное дело, что с СЛС. Хорошо вымывает. Вот даже самые очень жирные волосы вымоет идеально. Его вообще даже больше всего как-то я начинала с этого шампуня, но теперь его полюбила мама, и в основном она им пользуется. Поэтому да, по совету моей мамы могу вам сказать, что берите, вы не пожалеете. Очень бюджетный и очень классный. И последний вот этот такой вот от Garnier Fructis Goodbye, секущие кончики, бальзам, ополаскиватель, не знаю, как его назвать. Да, бальзам, укрепляющий бальзам, ополаскиватель даже. Хорошо пахнет, классно, после него расчесываются волосы, и они как шелковые. Вот этих всех даже реально секущихся кончиков просто незаметно. Классный бальзам. Поэтому его тоже, вот его 100% возьму. Скоро хочу обратно вернуться к своему тому гарниеровскому шампуню. И вот этому бальзаму возьму 100%. Классная вещь и советую вам. Попробуйте, не пожалеете. Это все были мои пустые баночки. Если чем-то это видео вам будет полезно, интересно, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, ждите еще таких видео. И всем пока-пока-пока!